Это, конечно, не знаменитый центр санки, зато на таком тренажере, как эстакада, можно работать над техникой и разгоном. Тренер сборной Флориан Линдер снимает на видео каждого спортсмена, чтобы потом показать, какие были ошибки, над чем нужно работать, а что они делают хорошо. Ты будешь отводить себя, потому что тебе нужно провести движение. Keep it here. Но держи его вот так вот здесь. But what you're doing here, но при этом, что вот здесь у тебя происходит, что ты здесь делаешь, это очень хорошо. Такие тренировки очень полезны для спортсменов, ведь ближайший старт у бобслеистов пройдет в конце октября, тоже в Сочи. На Кубке России выступит и Надежда Видеркер. Она успешно вошла в команду по итогам майского тестирования. Теперь вместе с олимпийскими чемпионами тренируется на базе Федерального центра «Югспорт». Здесь самая лучшая база, наверное, потому что погода позволяет и условия. Здесь все есть для того, чтобы готовиться к стартам, к России и дальнейшим соревнованиям за границей. Нам здесь все нравится. Помимо основных тренировок, у бобслистов есть и игровые. Ведь такие виды спорта, как волейбол или хоккей, пусть даже с мячом вместо шайбы и на траве, не только дают интенсивную нагрузку на все группы мышц, но и поднимают командный дух. Общая физическая подготовка проводится перед началом каждого сезона. Спортсмены не только развивают мышцы, но и учатся чувствовать команду. И это очень важный фактор в работе экипажей. Игровые тренировки в совокупности с работой над техникой впоследствии уже на льду дают очень хорошие результаты. Тренировки в Сочи у сборной по бобслею пройдут до 29 августа. Следующий визит на курорт запланирован в октябре перед стартом турнира. Татьяна Говоркова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.